Всем привет, мастерская салон-компания, я Вячеслав, приветствую вас. Сегодня у нас в ролике будет в наличии финка НКВД, разборная, что у нас бывает в наличии очень-очень редко. Ну и поехали. Вот такая вот финка. Съемный подвес. Так вот она без подвеса смотрится. Дерево черный граб. Все тут плотно вставлено. Итак, длина клинка 122 мм. Ширина 21 мм. Толщина 4 мм. Длина рукояти 122 мм. Давайте, здесь есть вот под шестигранник, такое потайное отверстие. Рукоять очень удобная. Также можно сделать за счет такой вот пяточки на укол этот нож. И его можно снять в перекрестие. Шестигранник в комплекте идет. То есть очень все легко снимается. Если вы боитесь где-то перевозить, вы можете просто полностью разобрать ее и перевозить отдельно. Также можно для перевозки, или если вам мешается перекрестие для нарезки чего-то, вы можете убрать перекрестие и собрать нож без перекрестия. Тем самым он уже подходит под сертификат модель S9, то есть из финки НКВД получается нож модель S9. Вот все это быстро собирается и вот в таком состоянии он становится удобный нарезать что-то, если мешается перекрестие, ну и также чтобы перевозить клинок, также с булатным узором. С ножом идут еще вот такие ножны. Такие вот ножны. С ножом идут еще. Так, и можете также здесь специально сделали сверху застежку, чтобы можно было нож, чтобы не потерялся в деревянных ножнах, даже без перекрестия. Стандартно мы на ножнах делаем подвес снизу. Ну вот на такой, на этой финке сделали подвес сверху, чтобы нож не потерялся для ношения на ремне. Можете снять подвес, если он мешается, и положить нож в сумку, рюкзак или в карман нагрудный. Вот. Также вы можете быстро это все обратно собрать. Перекрестие ставится на место и собирается все на место.
Также с ножом идут еще вот такие ножны в комплекте для ножом для перекрестия, для финкинга ВД уже. То есть в комплекте трое ножен деревянные и двое походных кожаных. Ставить опять можно подвес. И вот финка полностью в сборе. То есть комплект финка НКВД с деревянными ножнами плюс двое кожаных ножен. Такой вот комплект. И стоимость этого комплекта у нас 19 500 рублей. Со скидкой подписчика 17 550 рублей стоимость этого комплекта. Таких финок две в наличии. Если кого заинтересовало, делайте заказ у Ивана. Также вы можете дозаказать что-то врезать. Вот как, например, эта заказная финка уже. Вот вариант «Красная звезда» и герб СССР. Можно так вот, или вот еще заказной тоже сейчас будем отправлять. Здесь герб НКВД и инициалы. Так вот это смотрится. То есть это можете заказать, можете что-то свое заказать. Можно герб НКВД на рукояти, например, и герб СССР на ножнах. Все это можно заказать. Также вот, как, например, с этой финкой дозаказали это на подарок финка, дозаказали подставочку вот такую вот. Такая вот подставочка будет у человека стоять. Подарит ему нож с подставкой и будет на память стоять вот такой вот нож. Вот. Также можете дозаказать такой вот пенал с гербом НКВД, ну или с нашим слоником. Здесь такая вот подложка лежит. Подложку потом можете как мочалку использовать, как я говорил в детстве при Советском Союзе. Но у нас всегда такие мочалки были. Экологически чистый натуральный продукт, это липа. Подставка и пенал изготовлены из натурального ясеня. То есть это все можете дозаказать. Пенал 1500, подставка 2000 рублей. Ну и вычтите сами 10% скидку. Вычтите. Ну вот, на сегодня все. Всем здоровья, всем отличных выходных, мирного неба над головой. Ставим лайки, не забываем. Приобретаем, не забываем нашу продукцию, что действительно у нас бывает очень редко в наличии. И на заказ делаем тоже довольно долго. Просто здесь были вот заказные, там еще есть заказные финки НКВД. Ну, они просто вот в таком варианте, поэтому показал те, которые уже кастомизированные, скажем так. Вот, и две финки мы сделали. Ну, вернее, три делали. Еще вот эту делали на наличие. Но пока изготавливали эту финку, забрали. Поэтому осталось две финки в наличии. Ножи заточены, ножны есть. То есть ножи полностью готовы к отправлению. Ну, если только вам не надо доработать, вырезать герб какой-то или инициалы. Так что все есть в наличии, все готово. Приобретаем. Ну, а мы пойдем работать. До новых встреч!